Казахстан входит в топ-10 крупнейших экспортеров зерновых культур. Как сообщил президент на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, ежегодно наша страна поставляет порядка 5 миллионов тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн муки. На сегодня наша республика поддерживает торговые отношения со 180 государствами. Несмотря на сложную ситуацию в мире, экспорт несырьевой продукции увеличился на 40%, отметил президент. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций. Только за 6 месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали порядка 15 миллиардов долларов США в экономику страны, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Касым-Жомарт Токаев выразил свою обеспокоенность по поводу ядерного оружия. В последнее время наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний об его применении. В тесном сотрудничестве с ООН Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов договора о нераспространении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия.